В конце апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В данной программе также принял участие и Каспийск, продемонстрировав 4 объекта по улицам Октябрьская, Халилова, Байрамова и Назарова. Абсолютно каждый житель города, достигший 14 лет, может отдать свой голос за ту или иную территорию. Где Назарова? На Назарова. Да. А что именно, вы там были, что бы вы хотели там? Не, просто я вот это место знаю, там хорошо было бы облагородить. Там же запущено все. Вот сзади Назарова 4, Назарова 6, там дома. Вот такой парк небольшой. Вот если его до ума довести, там было бы очень хорошо, красиво. Вот это место давно уже, вот я сколько помню, наверное, там, скорее всего. Октябрьская улица. Да, потому что, ну, я понимаю, что центр города это... Все хорошо, красиво, но для тех жителей, которые живут там, в том районе, наверное, какая-то парковая зона нужна была. Это где поликлиника, да? Я думаю, что вот это место более, ну, как по моему мнению, да. А почему? Ну, во-первых, там бывает больше всего людей из всего представленного, и сама поликлиника, я думаю, тоже уже давно сама нуждается в ремонте. Потому что мы там ходим, в поликлинику очень много людей ходят. Естественно, это удобно было бы, к автостанции. Это что, центральная такая? Некоторые жители узнали о голосовании только сегодня и, не задумываясь, регистрировались на сайте для того, чтобы отдать свой голос за общественное пространство, которое нужно благоустроить. Тем, кто не принимает, я бы советовал принимать, активнее участвовать. Потому что чем больше активности, тем лучше слышит власть населения и боится сделать что-то, ну, не в угоду жителям. Обязательно надо проголосовать за что-то, чтобы наш город был красивее, чтобы людям было где гулять, чтобы издалека далеко не ехать. Удобно, красиво. Если будет, будет очень нам приятно. Уважаемые жители города Каспийска, я сам являюсь коренным жителем, скажем так, всю жизнь здесь прожил. Пожалуйста, не пройдите мимо, проявите свою гражданскую позицию непосредственно и проголосуйте. Думаю, что от этого будет всем только лучше.